Если ты можешь о чем-то мечтать, ты можешь это сделать. Сказанное некогда Уолтом Диснеем стало жизненным кредо швейцарца Фрэнка Ридеркнехта, дизайнера, художника, инженера и большого фантазера. Он тот самый человек, рожденный, чтобы сказку сделать былью. А все началось в 92-м, когда Фрэнк на Женевском автосалоне показал свой первый концепт – Deep Art. И пошло-поехало. Каждый год по премьере. Причем именно к Женеве. Ведь как-никак, Ридеркнехт – фактически единственный швейцарский автопроизводитель. Пусть и машины от него можно пересчитать по пальцам. Но самое главное, что все его творения не просто красивые инсталляции. Это живые машины, которые могут не только самостоятельно передвигаться, а находиться в практически нормальной эксплуатации. Более того, все эти творения регистрируются, говоря нашим языком, в ГАИ. И еще. Это не только красивые игрушки, воплощенные самовыражение чудака. Машины Ридеркнехта – это полигон для современных технологий, новых материалов, электроники и альтернативных видов топлива. Собственно, заговорили о Ридеркнехте громко после того, как увидел свет вот этот концепт – X-Dream. Это случилось в 99-м весной, а уже летом Ридеркнехт собственной персоной катался на нем по столицам мира, не забыв заглянуть и в Москву. А что тут такого? На самом деле, этот сногсшибательный аппарат построен на платформе Мерседеса М-класса, тогдашнего бестселлера. Немудрство и лукаво, Фрэнк назвал свою концепцию MUV – Multi-Utility Vehicle – многоцелевое транспортное средство. В чем суть? По словам самого Фрэнка, на создание этого напичканного электронной мультимедией и самой современной навигации чуда его навело очередное путешествие в Америку, где он частенько наблюдал весьма странную картину. Огромные пикапы тащили за собой прицепы со снегоходами, квадроциклами, аквабайками и прочими механизмами для активного отдыха. Но кузова самих грузовичков при этом пустовали. Парадокс. Но, как выясняется, не в каждый пикап влезает вся эта техника. DreamX этого недостатка лишен. У него есть своя весьма вместительная платформа с собственным погрузочным механизмом, назовем его условно краном. Впрочем, этот самый механизм может в сложном состоянии превращаться в бортики кузова. Вот вам и пикап, который может вести всю коллекцию техники. То есть это настоящий трансформер на все случаи жизни. При этом, повторимся, его параметры соответствуют дорожному законодательству абсолютно всех европейских стран. В 2001-м Ридеркнехт демонстрирует еще один этапный для себя концепт – Advantage R. Задача, которую он ставит перед собой, кажется на первый взгляд невыполнимой. Создать спортивный, даже гоночный автомобиль с сильно выраженной экологической составляющей. Странная концепция. Ведь, как правило, чем быстрее должен ездить автомобиль, тем мощнее ему нужен двигатель. А мощность и экономия топлива – вещи малосовместимые. Ну а где сгорает много бензина, там об экологии говорить не принято. На первый взгляд, Advantage R – это микс между болидом Формулы-1 и лимановским прототипом. При этом кокпит рассчитан только на одного пилота. Такие машины еще с 20-х годов строились исключительно для гонок, и итальянцы называли их «монопосто» – «одноместный».
Но вот этот самый кокпит – главная изюминка конструкции. Дело в том, что в отличие от тех же привычных нам гоночных, да и дорожных автомобилей, место водителя здесь не статично. Кокпит как бы свободно подвешен внутри кузова, и при боковых ускорениях он наклоняется внутрь поворота. То есть пилот испытывает отчасти мотоциклетные ощущения, да и адреналина в этой ситуации выплескивается куда больше. Даже на небольшой скорости кажется, что ты несешься на пределе сцепных свойств шин. Сам создатель, Фрэнк Редекнехт, прокатился на этой штуке по альпийским дорожкам, где проходит ралли Монте-Карло, и по его признанию, временами мурашки бежали по телу, а пару раз он испытал настоящий ужас, который может подарить только такое сочетание дорожной машины, гоночного болида и мотоцикла. А еще этот кокпит может подниматься и опускаться. Когда машина едет медленно до 40 км в час, пилот сидит высоко и глядит далеко, а заодно и сам у всех на виду, людей посмотреть, себя показать. Все сделано для того, чтобы человек, не спеша курсирующий по улицам Монако в такой штуковине, не чувствовал себя ущербным. Но стоит только нажать на педаль газа, как кокпит убирается вниз во благо аэродинамики и безопасности. Не дай бог, перевернется человек. И тогда высота машины составляет всего 97 сантиметров. Неспроста все это. И плавающий кокпит, многократно усиливающий эффект скорости и отменная аэродинамика. Не будем забывать, что речь-то идет об экологическом гоночном автомобиле. А раз так, то эта машина не должна страдать чрезмерным аппетитом. Но это значит, что и с мощностью тут будут проблемы. Ведь вспомним, она напрямую зависит от того, сколько бензина сгорает в цилиндрах. Впрочем, почему бензина? Этот аппарат может работать на натуральном газе. А это значит, что частота его выхлопа на 60% выше, чем того требуют самые жесткие европейские предписания. А в 2003 году увидел свет «Бедуин» — концепт другой направленности. Зачем мы сделали «Ринспид Бедуин»? Да просто для того, чтобы показать, каков прежде всего эстетический потенциал у внедорожников, автомобилей, которые до сих пор все считают утилитарными средствами передвижения. А еще мы хотели доказать, что внедорожники могут не разрушать окружающую среду, а способствовать ее сохранению, вписываясь в нее, сливаясь с ней. А еще они могут выполнять работу и городских седанов, и грузовичков, таким образом сократив число автомобилей как в отдельно взятой семье, так и в городе целиком. А для того, чтобы этого достичь, нужен кое-какой креатив, дабы выжать максимум возможного из заданной концепции. Так что же можно добавить в 10-летие медработную схему? Посмотрим. Для начала возьмем полноприводную 911-ю Porsche Carrera 4 996-й модели, увеличим дорожный просвет, переведем знаменитую оппозитную шестерку на природный газ, и все равно 420 лошадей при минимальном вредном выхлопе останутся. Останется и внушительный крутящий момент 560 ньютонов на метр, и получится, что автомобиль весом в 1640 килограммов может разгоняться до сотни за 5 с небольшим секунд, а максимальную скорость его пришлось и вовсе искусственно ограничить 250 км в час. Это самый быстрый динамичный автомобиль в мире, работающий на натуральном газе. Мы взяли за его основу то, что англичане называют shooting brake, это двухдверный универсал, и нажатием одной кнопки он может превратиться в двухместный пикап, причем за считанные секунды. И также обратно. И вот у вас снова не грузовичок, а полноценная четырехместная машина, где у задних пассажиров полно места над головой. И всеми этими волшебными превращениями заведует всего два электромотора. Всего два! Для сравнения, система складывающихся жестких крыш на современных купе-кабриолетах насчитывает по 10-14 моторов. Но это еще не все. Если мы превращаем машину в пикап, то мы можем еще и увеличить длину кузова на 45 сантиметров. Просто пол выдвигается. И таким образом общая длина грузовой платформы достигает 185 сантиметров. Это уже не кузов пикапа, это кузов настоящего грузовика.
Правда, о том, сколько вешать в граммах, мистер Редекнехт умалчивает. Да при чем здесь грузоподъемность? Давайте поговорим об эстетике, о чем мы начали говорить в начале. Тут у нас в ход пошла специально для этого проекта выделанная кожа Полтрона Фрау и, конечно, горный хрусталь Сваровски. Причем селектор коробки передач сделан из цельного куска горного хрусталя. А еще мы умудрились хрусталем отделать даже сиденья. Кожа и хрусталь. Чтобы пойти на такое сочетание, надо или иметь безупречный вкус, или большую смелость. Похоже, у Фрэнка есть и то, и другое, хотя порой кажется, что он сознательно играет на грани кича. Ну а через год появился еще один концепт, который назвали Splash. Кому из мальчишек не мечталось о том, чтобы машинки не только ездили по дорогам, но и могли летать, плавать, свободно перемещаясь из стихии в стихию, раздвигая границы свободы передвижения? Видимо, Фрэнк Редекнехт в детстве тоже играл в машинки и тоже мечтал. Иначе как объяснить появление этого концепта? Ринспид Сплэш может трансформироваться за 15 секунд из автомобиля дорожного в автомобиль плавающий. И еще за 20 секунд он может встать на подводные крылья и фактически полететь над водой. Причем мечты мечтами, но ведь повзрослев, мы миримся с тем, что наши машины не могут ни летать, ни плавать. Само собой, с этим мирится каждый, кроме Фрэнка. Автомобиль ли он построил в чистом виде? Конечно нет, это амфибия, причем необычная, но обо всем по порядку. Даже когда Сплэш просто едет по дороге, как обычный автомобиль, и тут можно сказать пару слов, способных вызвать неподдельное удивление. Моторчик-то всего 750 кубов, работает, разумеется, на природном газе, но мощность его 140 лошадей, и он способен выстрелить 850-килограммовую машину до сотни за 6 секунд. Да, на Ринспиде Сплэш стоит очень маленький моторчик, всего в 140 лошадиных сил. Но на земле максимальная скорость достигает 200 км в час, а на воде 30 миль в час. Причем двигатель может работать не только на природном газе, но и на бензине. И наверняка создателям автомобилей будущего будет что посмотреть в концепции Splash. Причем посмотрите на машину внимательно, ведь и не скажут, что она может делать что-то еще, кроме как ездить по асфальту с приличной скоростью. Но дизайнеры все сделали для того, чтобы ни намека не дать на ее земноводную сущность. Всему свое время. И когда эта конструкция начинает раскрывать все свои возможности, просто диву даешься. Идея-то в чем была? Чтобы на дороге Сплэш смотрелся вполне обычным автомобилем. Задача дизайнера была поставлена такая – максимально спрятать все, что относится к плавательной функции, но спрятать так, чтобы в случае чего эти механизмы, эти узлы могли быть приведены в действие за считанные секунды. Когда Сплэш входит в воду, то на миллион гребет колесами. Затем, когда глубина переваливает за метр, пилот, водитель, капитан, называйте как хотите, опускает винт. И теперь машина может идти по воде, как обычная лодка или катер, со скоростью до 50 км в час, что вполне достаточно для того, чтобы тащить за собой человека на водных лыжах или на доске, например. Но стоит ему выйти на глубину 30 метров хотя бы, как начинаются немыслимые превращения.
Заднее антикрыло опускается на 180 градусов и становится крылом подводным. Сплэш выпускает и передние крылья, и, разогнавшись, взлетает над поверхностью воды на 60 сантиметров. Он летит, пусть и низенько. Скорость 80 км в час. Очень недурственно для водной стихии. Между прочим, на этой машине Фрэнк Редрикнехт пересек Ла-Манш и установил новый рекорд для амфибии как в средней скорости движения, так и в преодоленном расстоянии. Как это происходило, мы обязательно вам покажем на нашем канале в программе «Красная зона». Не пропустите! Мы построили Twin Speed Splash для того, чтобы показать наши возможности в области применения различных технологий. Ну, а кроме того, мы хотим показать, что иногда мечты сбываются, и машины не только ездят, но еще летают и плавают. Да. Наверное, вот так действительно мечты становятся реальностью. Вот так сказку делают былью. Увы, правда, только для избранных мальчиков. Прежде всего, для себя. Впрочем, если бы каждый из нас пытался бы реализовывать свои детские мечты, насколько удивительнее и прекраснее был бы мир. Еще одна фантазия, которая не дает покоя многим футуристам, да и просто людям, любящим помечтать, это чувствующие машины. Но действительно, человек научил машину думать, а вот чувствовать пока нет. Хотя, почему это нет? Первый шаг в этом направлении уже сделан. Верной дорогой идете, товарищ Редрикнехт. Ринспидсенса, концепт 2004 года, как раз из этой оперы. Само название говорит за себя. Сенсо – это значит чувство. Что главное в машине? В машине главное человек, а не технологии. Вот она, краеугольная идея, вокруг которой построен Сенсо. Без сомнения, это весьма смелая попытка заглянуть в завтрашний день. И вот как это работает. В органы управления автомобилем, прежде всего, в руль встроены датчики, фиксирующие биометрические параметры водителя. Давление, пульс, например. И затем, в зависимости от полученных данных, электроника окрашивает панели отделки в соответствующий цвет, выводит на них абстрактные рисунки, запускает ту или иную фоновую музыку. Бодрит водителя, если надо разбудить, растрясти уставшего человека, успокаивает его, если водитель напряжен. А другие датчики фиксируют, насколько резко и часто он разгоняется и тормозит, как часто перестраивается. Компьютер аккумулирует всю эту информацию и по заданному алгоритму оценивает состояние водителя, психическое и физическое, и принимает решение, как его привести в равновесие имеющимися средствами.
то есть все теми же, меняющими цвет панелями и музыкой. Музыкой, музыкой. Причем это не абстрактные фантазии разработчиков. Они плотно работали с химиками, физиками, психологами и знатоками восточной медитации. Так, чтобы взбодрить человека, машина будет использовать оранжево-желтую гамму, чтобы снять раздражение фиолетовой, голубой и синий. Ну а если все нормально, человек пребывает в мире самим собой и себе подобными, то все будет окрашено в зеленый. Зачем все это? О безопасности ради. Ведь сколько аварий происходит из-за того, что водитель отвлекся, задремал или, напротив, пребывал в сильнейшем стрессе и не мог грамотно оценить ситуацию. Но Ринспид пошел бы против собственной традиции, если бы содержание не заключил в удивительную форму. Машина, если вы уже заметили, трехместная. Водитель один впереди посередке, пара пассажиров сзади в кузове удивительной архитектуры. Кстати, слово «архитектура» тут весьма уместно, ведь разрабатывая дизайн автомобиля, Ридер Кнехт искал вдохновение в современном урбанизме и индустриальном дизайне. Причем, что интересно, и материалы применены под стать. Практически все кузовные панели сделаны из современных поликарбонатов, поддающихся 100% переработке. О любви к природе на Ринспиде не забывают никогда. Похоже, этим швейцарцам впору записываться в Гринпис. Традиционно для Ринспида экологичный двигатель. На сей раз выбор пал снова на поршевский мотор, правда, от Бокстера S. Объем остался прежним, 3200 кубов, но вот работает он на природном газе, а значит выброс в атмосферу всякой гадости сократился на 30%. Главное, на чем основывается философия этого концепта — человек. Машина построена вокруг человека, машина должна служить человеку, машина должна чувствовать водителя, настраивать его на позитив, ведь от этого зависит прежде всего безопасность того, кто за рулем, и того, кто рядом с ним. Ну а для следующего концепта уже 2006 года Ридер Кнехт снова выбирает Porsche. Porsche в качестве основы. Машина называется Z-Zen. После не очень смелых выкрутасов с плавающей, летающей и чувствующей техникой, Z-Zen выглядит почти как серийный автомобиль, подвергшийся небольшому тюнингу. Но это только на первый взгляд. Машину строили в сотрудничестве с немецким химическим гигантом Bayer. И это настоящая экспериментальная лаборатория в области материалов. Можете верить, можете нет, но это самая большая прозрачная крыша в мире из цельного куска прозрачного же материала. Конечно, это не стекло, представляете, сколько оно могло бы весить. Эта крыша сделана из специального поликарбоната макролон. И знаете что? Несмотря на весьма замысловатую форму, она почти не искажает пространство. Вот такие оптические чудеса. Впрочем, голографический стоп-сигнал – это тоже из области современных материалов и оптических чудес. Ну и если речь зашла об оптических чудесах, не обойтись без кристаллов Сваровски. Они тут везде, но самое главное, они, стертые до состояния пыли, составили основу краски. Да-да, эта машина окрашена хрусталем, так что это даже не краска, а некая хрустальная оболочка, залитая сверху для надежности толстым слоем лака. Да-да, это большая крыша, прозрачная крыша из макролона, это сиденье и это краска, в которой растворены миллионы, миллиарды хрусталиков. Ну и прежде чем мы заглянем в салон, чтобы оценить те самые кресла, немного сухих цифр. В основе Z-Zen Porsche 911 модели 997. Вес аппарата около 1,5 тонн, максимальная скорость 293 км в час. С 0 до сотни эта машина разгоняется за 4,8 секунды. Ну а теперь заглянем внутрь и обнаружим, что помимо современных легчайших пластиков, способных на 100% перерабатываться, вроде техногеля, использованного в отделке кресел, тут есть и вполне натуральные материалы, которые, правда, лишь недавно были освоены. Например, волокно чайного куста. Вопрос, правда, о том, можно ли в голодное время заваривать отделку приборной панели, остается открытым. Кстати, параллельно с автомобилем разрабатывалась коллекция одежды и очков, так что на этом не только можно ездить, но это можно носить. We had
Конечно, мы очень любим автомобили, и эта любовь движет нами, но мы хотим смотреть на вещи немножко шире и под другим углом, нежели все остальные. И только так можно мечту сделать реальностью.